Комиссия по делам несовершеннолетних отметила свой вековой юбилей. Это орган, который стоит на страже прав и законных интересов несовершеннолетних, защищает их от неблагополучной социальной среды. По случаю празднования столетия в Витебском дворце творчества детей и молодежи прошел большой концерт. Подробности в нашем следующем сюжете. Юбилейная дата собрала на праздничный концерт представителей органов внутренних дел, образования, здравоохранения, культуры, идеологии. Были приглашены не только действующие сотрудники, но и ветераны. Мы постарались пригласить не только тех людей, которые работают сейчас, но и вспомнить тех, которые работали уже очень давно, которые были практически в истоках комиссии по делам несовершеннолетних и, скажем так, начинали свою эту деятельность. В областном центре работает 4 комиссии – городская и на уровне администрации районов Витебска. Помимо предупреждения противоправного поведения молодежи, особое значение придается разъяснительной работе в семьях, организации досуга. Помимо повседневной рутинной работы, комиссии ищут новые формы организации своей деятельности, новые подходы в реализации поставленных ей задач. Проводится ряд мероприятий, направленных на профилактику нарушающего поведения подростков, социального сиротства, сохранения семейных ценностей. Так, традиционными стали проведение таких мероприятий, как городской фестиваль «Мир семьи», творческая акция фестиваля КВН «Времена года», городской фестиваль правовых знаний, интерактивная игра «Юные детективы». Ветераны различных подразделений комиссии также отмечают ее большую роль в вопросах охраны прав детей. За последние 10 лет более чем в 2 раза уменьшилось количество несовершеннолетних преступников и снизился показатель лишения родительских прав. Нужно сказать, что, конечно же, что опека, охрана детства, что комиссия по делам несовершеннолетних делают огромную работу в охране детства детей, которые попадают в сложные жизненные ситуации, а также работы с семьями, которая дает свои, конечно, большие положительные результаты. В честь столетнего юбилея комиссии по делам несовершеннолетних лучшие работники и ветераны были награждены грамотами городского совета депутатов, городского исполнительного комитета, а также получили благодарности от прокурора города. Дмитрий Станский, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф».